Блинчик «Легенда Линцана» от компании «Хунле». Как вы уже догадались, он произведен в Линцане в 2007 году. Это честный 2007 год, что хорошо видно по оттенку сырья, несмотря на то, что это шен, он абсолютно темного цвета. И стоит он недешево, но он однозначно стоит своих денег. Прессовка у него очень плотная, и поэтому он хорошо сохранил свой исходный вкус. При этом есть ощущение, что хранение было немножко влажное, потому что потемнел он очень сильно. При этом каких-то чердачных и подвальных оттенков в нем нету. В нем абсолютно четко чувствуется компотный вкус, что-то из мира вяленого яблока, вяленой груши. Приятно очень пьется, много тонких оттенков, при этом абсолютно хорошо сбалансирован, легкая кислинка, совершенно не горчит. Даже если его заваривать крепко, он такой густой оранжевый настой получается. И видно, что он может держать долго проливок. Мы вот пролили через него целый чайник, и видно, что он только начинает раскрываться. Приятно бодрит, немножко меняет. Хороший чаек.